Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И хотела вас спросить, а вы когда-нибудь видели меня голодной? Нет? Тогда посмотрите, я сейчас безумная, безумно голодная. Я хочу есть, но я должна снять видео, а потом только уже расслабляться, есть и много-много другое. И что я хочу? Прям хочется что-то съесть, кстати. Я же взяла что-то. Как раз хотела попробовать печенье сахарное, это вот красная цена в Ашане. Ну так, то печенье, которое покупаю я, сахарное, я вам о нем уже говорила, оно вкуснее. В общем, давайте начнем с подарков. Начну с подарков, которые хочу отослать своей подруге. Я зашла в магазин подарков, вы, наверное, видели что-то, я уже вам показывала. Там такие приколюхи под эскалатором, Ашан где. Вот там внизу новые магазины открылись. Я зашла в мир подарков. Вот такие вот другие подарки. В общем, я и набрала много всего интересного, хочу рассказать вам. Брала все, что бы хотела бы себе, но для себя, как всегда, денег жалко, а у подруги было день рождения и Новый год, надо ее задарить. Значит, первое, что я купила, это вот такую штуку, она розовая, представляете? Там еще есть черные, но я купила розовый, потому что она тоже любит цвет, и я люблю розовый цвет. Это для хранения бижутерии. Вот такая вот маечка, которая вешается на плечики. И вот смотрите, правда стильно? Такая вот она и висит, такая маечка красивая. Вот на таких бретельчиках. И вот здесь куча-куча всяких кармашков. Это для сережек, для еще чего-то. Вот куча отделов, что, ну, не потеряем мы, да? Не потеряем. А с другой стороны, вот такие висючки, они как раз для... Сына, ты меня за ножку целуешь? В коленку уперся мне и целуй. Здесь это для, ну, чего-то... Что это такое? Дырки. Я вообще не посмотрела даже. Господи, как хорошо, что... У меня сейчас шок. Что-то рассказываю. О-о-о. Не посмотрела, а тут, оказывается, дырки. Все, верну. Блин. Так она одна еще была. Я даже не распечатала. Ну, вообще, конечно. Неприятный момент, неприятный. Лады. Хорошо, моя подруга, она пока уезжает, планирует, и пока я посылку доставлю, ничего. Ладно. В этом же магазине я купила вот такой вот чай. Он запечатанный полностью. Там-то, я думаю, нету всяких каких-то помех. Здесь написано «Для настоящих леди». Первое это подарок, какой-то косяк, да? Может вырезать? Не знаю, подумаю. В общем, для настоящих леди тут написан состав. Ройбуш, кусочки горького шоколада, стружка кокоса, кокосовые цукаты, натуральные ароматические масла. Вот такой вот чай. Ну, его заваривать, наверное. Я думаю, приятный будет. Тут даже инструкция есть, как заваривать. Вот такой чай. Дальше. Ну, не, вот этот стоит чай 250 рублей, по-моему, где-то. Вот эта штука 400 рублей стоит. Вот. Косяк. Вот это мы, конечно, проверили все, 1390, но я со скидкой взяла. Это такой подсвечник, подсветка такая для унитаза. Но она прикольная, смотрите, как она смотрится. Здесь, короче, идет сенсор, что она не просто постоянно горит, что хорошо очень, да, функционально. Она горит тогда, когда датчик движения срабатывает. Плюс, когда стульчак поднят, и горит она красным, что типа садиться нельзя. Когда она горит зеленым, значит стульчак опущен, и муж смело садится. В общем, прикольная штучка, и мы ее проверили, да, она достаточно вот качественная. 1390, я купила ее со скидкой, за 1000 рублей получила. Так, дальше что у нас? Вот такие вот наушники, вообще замечательные. Они и розовые, и котик. В общем, мне очень нравится. И кто мой зайчонок? Кто зайчонок? Что-то хочешь сказать зрителям тоже? Смотри, какие наушники купила мама Любашки. Ей понравится, как думаешь? И ей очень круто, что здесь сворачивается, вот так за две дергаешь, и сворачивается провод, потому что очень удобно, потому что наушники все время путаются постоянно. И у меня такой был, я помню, что я его запускала, да, дырь, и куда-то потеряла. На себя денег жалко, на подругу нет, вот это ей туда. Такую бы себе тоже хотела. Так, дальше что купили? А, еще купила вот такой блокнотик. Значит, он рисуется палочкой, такие листики там черные, а под низом разноцветное все. И что бы вы ни написали, все получится вот такое вот цветное. Мне очень понравилось, и думаю, пусть, прикольно.
Мне кажется, это очень интересно. Значит, вот что я подготовила своей подруге, плюс еще подготовила вот этот танцующий мячик из фикс-прайса для малого, потому что я всем детям его раздарила, потому что он действительно очень-очень классный. Я думаю, что ему он понравится. Он такой активный малыш, и я думаю, что что-то такое дребезжащее в руках будет понравиться, в общем, уверенно. Все, вот эти вот подарочки, которые я собираю по ссылочку, она еще не знает все это, надо только теперь вот поменять мне вот этот вот подарок. Ну вообще, так неприятно, честно говоря. Ну а так, в принципе, чему нас учит эта ситуация? Эта ситуация нас учит тому, что когда вы что-то покупаете, и если оно особенно не запечатано, прям так, знаете, что может открыть каждый, посмотреть, нужно все проверять. Я вот, видимо, спешила к моему любимому сыну, да, и не проверила. И, конечно, ну вот кто так вот мог, да? Это же вот кто-то взял, оторвал вот эти штучки. Там дырки от того, что оторваны эти крючки вообще. Люди. Дальше. Начнем с того, что подарили мне теперь. Я же зашла в Мега, я вам говорила, это кто не смотрел мой влог. И вот я снимала, то есть задавали мне вопросы. У Эстель есть 3 аромата каких-то новых с офигенскими названиями просто. И когда я понюхала, мне спросили, какой больше нравится мне аромат. Я сказала, что больше мне нравится Вселенная. Ну, понятное дело, да, Селена, Вселенная. Как это может не нравиться? Там приятные все, на самом деле, ароматы. А более свежие — это Любовь и Вселенная. Они такие какие-то вот свеженькие, такие вот какие-то, да. Я особо не разбираюсь, честно говоря, в парфюме. Я вот так и могу его объяснять. Свеженькие, да не свеженькие. Ну, в плане, может, терпкие какие-то. У меня ассоциативный ряд больше идет какой-то. Куда бы я применила этот запах, например, да? А вторые страсть, которые, они действительно такие вечерние больше, они такие вот немножечко другие вот. Объяснила, да? То вам надо самим просто понюхать. Ну и, конечно же, название, оно тоже сыграло свою роль. Я выбрала вот эти вот Эстель Вселенная. Кстати, там были пробнички. И давайте откроем, да посмотрим, какой там флакончик. Здесь 50 миллилитров. Стоит он 3500 в магазине. Я, честно говоря, растерялась немного и прям не знала, как реагировать мне на столь дорогой подарок. От только что познакомившихся людей. Вот так выглядят они. Вот они. Такой упаковочки. Эстель написано. И вот здесь, кстати, это название, видимо. Ever. Ever. И вот давайте дома понюхаем. Мне теперь интересно. Дома. Что же это за аромат? Подальше от малого. Ну-ка. Ну, приятный. Вот приятный свежий аромат. Он легкий очень. Есть цветочные ноты, я чувствую, да. В общем, Эстель выпустила ароматы. И спасибо магазину Твиги. Мне очень приятно. Я буду пользоваться этим ароматом. И вообще. И вообще. Я вообще люблю ароматы. У меня их много-много. И я их прям собираю. Это то, что подарили мне. Дальше. Что мне подарили? О, пришла посылочка из Белоруссии. От моих родственников. Что же они здесь подготовили? Они, конечно же, не забыли про моего малыша. И приготовили вот такие вот колготочки. Ну-ка, откроем, посмотрим, что за колготочки. Сина, тебе колготочки прислали. Так. А они прям запечатанные, прям не хочется рвать. А я не взяла ничего острого. В общем, вот такие вот колготочки. Это у нас на жопке, наверное. На жопке вот такой вот. Да, но они еще тебе будут большеваты, наверное, сына будут. Ну, на вырост у меня. Ай, нифига, это ножка вот так вот идет. Ножка, а тут, значит, нифига не на вырост, сына. Это счастье, колготки. Слушай, ну будем одевать. Пойдем куда-нибудь. Вот поедем к нему в гости и оденем их. Точно. Вообще замечательно. Ой, вот эту открыточку сделала. Кстати, из фикс-прайса открытка, которую я им присылала. Машенька младшая сделала, наклеила все здесь и прислала такую открытку. И написала мне поздравление. Поздравляю с Новым годом 2017. Здоровья вам, много счастья и денег. Любим вас.
Маша. Спасибо, Машенька. Красота, лепота. Маленький подрастет, я ему обязательно покажу. И он сам даже прочитает потом. Дальше, блин, как меня порадовала вот эта вот книжечка. Девчонки, я помню, что я была очень маленькая, когда вот эту книжечку смотрела. Вы помните? Это вот такая панорамная книжечка. Блин, я их так давно не видела. Но у меня остались вот эти ассоциации, впечатления от этих книжечек панорамных. Колобочек. Вообще, такая красота. Дыня, смотри, это тебе. Нравится тебе? Зайчик, колобок здесь. Нравится? Смотри. А вот волк серый. Красиво? Надо только подальше от тебя все это держать, чтобы ты не понес все это в руку. В руки не потащил все это. Фу, в руки. В рот. Руками. Руками в рот не потащил. Так, дальше. Вот, кстати, спрашивали меня из белорусской косметики, да, какой-то бальзам или шампунь мне прислали. И я еще, естественно, не пробовала, потому что это вот только буквально на днях прислали, и хочу очень попробовать. Запахи я уже понюхала, прекрасные запахи. Здесь написано Hair Lamination, как бы ламинирование, эффект ламинирования, супер восстановление для всех типов волос, шампунь и маска. И кто пробовал вот эту белорусскую косметику, я думаю, что у нас тоже продают в белорусской косметике такое, да, скажите, пожалуйста, мне эффект, как вам понравилось или нет, но я думаю, что мне понравится, не знаю, почему, у меня какое-то такое предчувствие, но я обязательно скажу вам это в одном из видео, не знаю, как, конкретно в каком, но в одном из видео я скажу, и вот как раз об этой масочке, наверное, ближе к фикс-прайсу, вот. И об этой масочке скажу тоже, что... А может быть, нет, не знаю. Короче, в ближайшем скажу. И самое классное вообще, что мне прислали. Шоколад. Это сколько ж тут? 500 грамм шоколадка. Я хочу ее с вами открыть. Ай, открывайся. Тут вот какая-то такая штука запечатанная. Тоже шоколадная, интересно. Нет, не шоколадная. Вот. Шоколад. Пахнет жестко. Я же только сегодня зуб делала. Аккуратно надо. В общем, спасибо большое, Белоруссия порадовала меня. Вам привет, Машульки. Вам поцелуйчики. И Вовке поцелуй. И Артуру поцелуй. Всем поцелуй. Так, и ваша собачка маленькая тоже поцелует. Она такая милая. Так, что еще? Вот подарки мне подарили. Мне подарили, подарили, подарили. Это подарила мне моя соседка. Значит, смотрите. Она подарила, смотрите мне что. Я сначала подумала, что это бисер, а это нет. Как их называют? Я забыла опять. Орбизы. Орбизы разноцветные. И заливаюсь водой, и, в общем, какая-то красота будет. Мне нужно придумать какой-то DIY с ними. Девчонки, кто знает, что бы с ними поделать? Или DIY, или, может быть, челлендж какой-нибудь. Давайте, говорите, что сделать с ними, и я сделаю видео с разноцветными орбизами. Вот такая матовая помада. Вот фирма. Она сказала, что она очень крутая, эта помада. Ей очень понравилась, она уже покупает второй раз такую. Вот решила мне тоже взять. Она матовая, стойкая. И что еще? Матовая, стойкая. Запаха вообще не имеет практически. Ну да, прям матовая-матовая. Вот такой сводчик покажу. Ну, примерно я, да, такие ношу цвета. Вот такая помада. И вот смотрите, вот такие солонки. Ой, одна лежит. Вот, смотрите. Для соли и для перца. Прикольно, да? Будет вот так соль или перец, и будет вот растение вылазить. Мне очень приятно. Классная штучка вот эта. Мне нравится. Так что спасибо, Дашуля. Большое. Все, подарки закончились. Все. А, Кристинка же моя дарила подарки мне. Но я уже все практически использовала. Остался только под глаза консилер. Но я сама там все выбирала, она чисто мне так подарила. И маски вот эти, которые я вам говорила. Вот. А подарки, кстати, на Новый год спрашивают, что там любимый подарил туда-сюда. Я на самом деле выбираю подарок. Он еще не знает, я хочу себе новую камеру. Сын, ты вот знаешь, а папа не знает. Я хочу себе новую камеру. Но я ищу пока что. Я хочу супер-пуперскую, чтобы она была и маленькая. И снимала супер-классно.
Ну, стоило не баснословных же денег. Левая рука зачесалась. К деньгам прям. Хочу камеру себе, и селфи она должна быть. Да, да. Также я купила, значит, сегодня вот такие два термоса, так как мы собираемся путешествовать в скором будущем, да, должны быть термоса. Вот это на 450 миллилитров, я тоже показывала, там нержавейка внутри у нас, ну, это, знаете, если уронишь или еще что-то, чтобы, ну, как бы она не разбилась, ничего, симпатичный цвет. Я просто купила в Ашане термос, он у нас побыл вообще, буквально там несколько раз залила в него. Во-первых, быстро остывает все, а во-вторых, он начал ржаветь, ну, вообще ни туда, ни сюда. Я купила вот новый такой, и они сказали, что у них гарантия год, у них ничего не ржавеет. И взяла вот такую бутылочку, потому что я ее как-то видела, присмотрелась, но не стала брать. А в этот раз там еще на второй товар была 50% скидка, и я взяла, потому что я как раз подумывала о том, знаете, вот мы выходим буквально на 3 часика, может быть, на 4, да, и вот налить сюда 150 миллилитров. Налить сюда водички вот тепленько, раз-раз, захотел кушать, быстренько налила, чтобы не искать горячую воду нигде, или не разводить это все где-то, вот в бутылочке прям прикольно. Мне кажется, что она пригодится, и она сделана из стекла, и говорят, стекло держит дольше. Ну, ее, конечно, ронять уже нельзя. Ну и симпатичная, не правда? Получается, вот это вот стоило где-то 900 с лишним, около 1000, а это стоило 756, но с 50% скидкой. Мне кажется, вполне... Вполне себе товар. Эти термоса, это фирма Фисман. Фисман. О. Это подарки моему любимому мальчику. Котенка, тебе. Ну и что еще, что еще? А, хотела спросить у вас. Ладно, в другом видео спрошу. Здесь так много всего. В другом спрошу. Мои любимые печеньки постные. Я их ела очень много и долго. Ой. Продукты. Это я в Ашане то, что купила. Это. Капуста. Буду делать опять, кстати, сниму видео. Буду делать супчик. Все, покупки, ля, разложилась. Все, покупками просто обложилась. А, нет, вот я еще купила. Вот купила вот такие, короче, маршмеллоу это, да? Маленькие. И еще у меня были большие, гля. Еще большие. Они там лежат. Я не пойду за ними. В общем, ну, обычные, стандартные. Вот я их сейчас там ем с чаем. И вот такие маленькие еще решила взять. А в Фикспрайсе что-то их не нашла. Там какие-то были вообще другие, какие-то жевательные. Эти такие зефирки, они мягкие, сразу тают во рту практически. А там были, это про них мне говорили или нет, я что-то не помню. Блин, видео опять огромное. Все, я буду прощаться. Спасибо всем большое за подарки. Мне очень приятно. Я люблю подарки, люблю сюрпризы. И сама люблю делать подарки. И надо разобраться теперь с моей посылкой для подруги и отправить ей все. Все, мои хорошие. В общем, много чего забыла сказать. Мне прям надо записывать. Ладно, в следующем видео тогда все скажу. Запишу обязательно. Все, мои хорошие. Если вам что-то понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто первый раз. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока.